Майор Петри, не сожалею, но нас сейчас убьют. Thank you.
Доступ разрешен. Хранение данных. Доступ разрешен.
Так, что тут? Еще один научный полигон. Военные чертежи должны быть где-то здесь. Догадался.
Слушай, хранитель знаний, откуда у тебя данные о военных разработках в якобы гражданских лабораториях? Тут ведь как? Я, скажем, устройство, созданное в чрезвычайных обстоятельствах для чрезвычайных ситуаций. Угу. Для агента по особым поручениям. Вы сами все прекрасно понимаете, товарищ майор. Или, возможно, скоро поймете. Выберите желаемое действие. Сейсмические испытания необходимы для сбора информации об износостойкости стройматериала, а также зданий и сооружений под сейсмонагрузкой. На данном полигоне они проводятся на специальной виброплатформе, имитирующей сейсмические колебания советской земли. Результаты испытаний призваны обеспечить безопасность советских граждан, проживающих в строениях, спроектированных бригадами предприятия 3826.
сохранение данных. Доступ разрешен. Гидравлические испытания – это комплекс мероприятий, призванный изучить гидравлические свойства полимеров различной классификации и типа. Испытания проводятся на разных этапах эксплуатации вещества, модулируются различные аварийные ситуации и изучаются методы их ликвидации. В данном цехе можно наблюдать симуляцию полимерного затопления. Блок, контейнер и модуль помещаются в резервуар с красным полимером и следует поведение как строительных материалов самого контейнера, так и находящихся внутри контейнера кухни.
Так, ладно, вскроем этого засранца.
Выберите желаемое действие.
Оружие, оружие. Ладно. При возможности нам стоит поискать и другие научные полигоны.
Сохранение данных. Очередная мертвая деревня. Яблочково. Отсюда комплекс. Это предприятие, преимущественно Павлов, снабжается ресурсами. Через автоматический сортировочный узел на ближайшие фабрики туда отправляют животных для создания нейрополимера. Иногда наука та еще дичь. Хороший каламбур, майор. Я удивлен. Да иди. Mm-hmm.
Thank you.
утрирую еще больше вражеских сигнатур, майор. Привязывайтесь, серьезный бой!
Выберите желаемое действие. Выберите желаемое действие. Сохранение данных.
Атомного сердца. Количество противников увеличено вдвое. Thank you.
не боится. Thank you.
докладывает Вербицкий. Только что видел, как неизвестный мне сотрудник вытащил из грузовика и погрузил в багажник своего автомобиля белого армейский полимерный контейнер. Был напуган, словно бежал откуда-то. Я начал к нему идти, свистнул, а он втопил по газам и поехал прочь от станции. Запрашиваю... Это еще что? Ёб твою мать! Сохранение данных.